стремительно. Сейчас обложусь книгами и буду читать в сласть. Книги помогают мне готовиться к работе. Вы любите читать? Люблю. Я тоже. Очень я люблю читать. Хорошая книга делает человека умнее, острее, я бы даже сказал, сложнее. Ох, какое прекрасное место. Хорошо пахнет прелью. Почему-то все приговоренные к смерти, с которым мне пришлось сидеть перед казнью, любили мне исповедоваться в любви к природе. И вы знаете, находили для этого великолепные слова. Я бы сказал, поразительные слова. Вы знаете, что даже...